Привет, друзья! Снимаю на телефон. Вы не поверите, сегодня у нас 31 октября. Это день Хэллоуина. Я в Канаде уже 6 лет. Это 7-й год. И за все время, что мы здесь, ни разу на Хэллоуин еще не было хорошей погоды. Всю ночь лил дождь, он продолжает лить сейчас. Я не знаю, будет ли он вечером продолжать идти. Но дело в том, что просто вот ни разу дети в костюмах спокойно не могут походить. Ну, хотя бы без курток, да? То есть, бедные, они должны в куртках все это ходить. На самом деле, костюмов сильно больших нету. Но вот я сегодня... Сейчас я приехала тут по делам к девочке. Но потом я хочу пойти в Party City. Сегодня уже день как раз последний Хэллоуина. Иду вдруг... Понял, что он хочет быть опять Спайдерменом спустя несколько лет. Но сейчас же какой-то новый вышел Спайдермен. И сейчас опять вот эта волна Спайдерменов. И он хочет, я говорю, Идош, послушай, костюм нет смысла покупать. Ну, во-первых, он уже, ну, все-таки 10 лет, да, мальчик взрослый. Ну, будет 10 лет вот в следующем месяце. Я говорю, ну, зачем тебе костюм? Я говорю, ты все равно его видно не будет, будешь в куртке. У тебя будут люди будут открывать, когда дверь будет видно только твою маску. Я говорю, может быть, все-таки как бы обойдемся без костюма. Ну мама, ну пост... Вообще, я еду сегодня, сейчас вот сделаю здесь свои дела. Не знаю, час, может, мне возьмет сейчас время 10 часов 15 минут. Мне на 10:30 договорено. Я закончу где-то через час. Хочу поехать в Party City. Кстати, тут Party City напротив школы, где я училась. Возможно, я забегу к учителям, но, возможно, нет, потому что у меня сегодня еще куча дел. А времени только лишь, ну, пока дети в школе, и мне нужно в Коско сегодня еще заехать. Так что с вами в Коско еще заеду. И, короче, столько всего, и это дождь, и, в общем, вот такое вот дождливое настроение. Нет, ну, у меня нормальное настроение, у меня нет проблем с дождем. У меня есть проблема в том, что дождь идет именно всегда 31 числа, вот такая погода, 31 октября. Поэтому вот так вот, такие вот планы на сегодня. Пользуясь возможностью началом видео, пока вы еще слушаете, потому что кто-то из вас проматывает видео, кто-то их смотрит только начало, середина, конец, да, хочу поблагодарить вас за все пожелания, поздравления с днем рождения Габулечки. Вы знаете, я благодарна. Я сама, как подписчик на других каналах, могу сказать, что не всегда, всегда хочется сказать какие-то слова, но не всегда есть вот это вот техническая, физическая возможность сесть и просто написать вот хотя бы там просто слово «поздравляю» или слово там «великолепно» или еще что-то. А вы написали такие хорошие поздравления, такие многословные и такие значительные. И видно, что не просто так от балды написанные, а вы вложили действительно в это свое сердце, свою душу, свои ощущения. И мне это очень приятно, это очень ценно, я вас за это очень-очень благодарю. Спасибо, что вы со мной. Многие написали, что вы смотрите меня с рождения, Габи, с тех пор, как Габи было 2 годика, 3 годика, и видите, как она растет, и что наша семья стала для вас родной. Я прекрасно вас понимаю, потому что я сама такой наблюдатель на других каких-то каналах, и вижу, как растут дети, как меняются семьи, как меняется жизнь людей. И это все, конечно, очень классно. Спасибо вам еще раз большое, это все для вас. Если не было вас, не было бы нас. То есть все снимается, потому что я знаю, что где-то там, с другой стороны голубого экрана, как говорится, кто-то нас смотрит, кто-то ждет эти видео, кому-то это поднимает настроение, и от этого становится светлее на душе. Все, а мне нужно лирику заканчивать и топать туда, куда я должна топать. Увидимся через пару секунд. Так, я закончила. На улице погодка, ну хотя бы, по-моему, дождь перестал идти. Все, едем, где моя машина, господи. Так, все, едем в Party City, посмотрим костюмы. И, кстати, посмотрим, мне нужны всякие атрибутика на 40 лет Кости, у него же 40 лет в этом году. Я хочу какую-то атрибутику ему. Тихо. Машин нету. Ой, голова закружилась. Я хочу ему купить какую-то атрибутику. Ну, какие-нибудь... Что-то оригинальное такое, что... какую-то типа цепочку, ну, чтобы он с ней сфотографировался. Какие-то вот циферки повесить на стене утром. Ну, тоже ему такой сюрпризик сделать к 40-летию. Потому что все-таки 40 лет, как говорится, раз в жизни. И поэтому в этом Party City там вот есть вот это вот...
именно, как говорится, тематические, для тематических вечеринок у них все есть. И, короче, посмотрим, у нас две цели есть. Костюм, посмотрите, дошки, ну и габулечки, может, что-то будет с Rainbow Dash из My Little Pony, какой-нибудь ободочек или что-то. И Костику на 40 лет, а потом в Костка. Поэтому все, я завожу машину, и мы едем, ура, поехали! Вот что-то из того, что Габи хотела. Но здесь цены, конечно. Топов вторые не будут. Чешу. Просто не понятно, что. $20. Ритузы 15 Rainbow Dash. Носочки. Pinkie Pie. Pinkie Pie сейчас у них $5. Мы сейчас его и возьмем, наверное. А вот еще набор за 14. Теперь мне нужно найти для еды костюм, это юбочки всякие розовые, все такое. Я вроде видела просто этот за $5. Сейчас вот это просто ободок такой и хвостик. Вот, это $5 стоит. Pinkie Pie. Ну, хотя бы это взяла, за $5 меня устраивает. Сейчас пойду иду смотреть, искать костюм этого. Не костюм, а Спайдермена, атрибутику хоть какую-то. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, теперь идем смотреть. Габи еще такое ведерко взяла собирать. За $1.99, $2. Короче, Габи, как всегда, все есть, и дошки нет. И вот это здесь... 30, 40, 50, это круглые даты. Здесь вот это 60, есть 50. Вон тарелочки на 40 лет. Есть. Почему-то, как всегда, все в черном тоне. Есть 80, 70, 65 тарелочки, видите? Ну, о. Так, 30, 50, 60, 40, вот я вижу. Вот 40. Это invitations. Что? Invitations and envelopes. Это приглашения. Это на стенку такие вешать. Это happy 40 birthday. Такая вот вывеска. Это что? 10 pieces decoration. Просто такие ставить. Так, конечно, не густо на самом деле. 30. Это почему все черного цвета? Кто мне объяснит, что это типа более престижно как-то выглядит или что? Так, тарелки мне нужны 40. Я именно хотела что-то развесить. Скатерти, в принципе, мне тоже не нужны. Хотела типа вот такое, как есть 30. Такое хотела на 40. А на 40 есть только вот такая. Вот на 50 есть. А, ну я пока... а вот на 40. Вот нашла. 40. Вот это мне нужно. Да, вот такие всякие развесюльки. Вот это я хотела на 40. И что-то еще интересное такое. Ну, не цифры, что-то типа какой-то еще атрибутики. Что это? Сэрбэнд. Вот 40 на торт, свечки такие красивые. Так, что у нас еще? Салфетки эти мне не нужны. На стол подставка не нужна. Это все, что есть. Я думала, какую-то типа, знаете, медаль какая-то такая, или какие-то бусы типа 40. Что-то с этой стороны есть такое. Это просто палочки. Просто ставить декоративные большие буквы. Такие. Вот. Буквы просто такие красивые, большие ставить. Всякие штучки, прикольдючики. Короче, надо пойти сейчас покопаться, мне еще что-то посмотреть.
Короче, пойду смотреть. Выключаю вас пока. Ну что, мы закончили в парте сети. Сейчас едем в Костко. Я, короче, Дошке не купила ничего. У меня есть еще надежда, что я в Костко что-то найду. В общем, то, что вам показывала, это то, что я взяла. Поехали. Времени много не осталось. Уже 12:42. У меня уже скоро за детьми. Так, ну что, я примчалась в Костко. Времени осталось немного. Я уже голодная, на самом деле, как собака. Можно будет еще что-то покушать. Все, полетели. Народу куча, как всегда. Чуть подорожали, 7,50. Я их за 5 обычно беру, эти крутоны. А за 5,99 возьму их. А бульончик у нас идут. И суп луковый. А что мне здесь еще нужно? Масло не надо. Это не нужно. Это у меня, кстати, есть такой ротов. Так, идем дальше. Берем тумочка, у меня закончилась. Тумочка. Так, 10,99. Что-то новенькое. Roasted Red Peppers. 5,99. Вот красные перцы, жареные какие-то, видимо, в масле что-то. Оригинальное, новенькое. Так, новый салатик. 3,99 Pickled Vegetables. Я обожаю. Здесь его раньше не было. Вот такое. Вот я обожаю. Эти типа корейские такие вот. Обожаю. Я возьму. Она немножко остренькая. Возьмем его. О, попробуем. Что это такое? Так, 11,79. Киноа закончилось. Я беру эту органическую. Она вкусная, она хорошая. Вот эту не берите. Вот эта она слишком мелкая. Она 9,99. И мелкая она очень невкусная. Она слипается все воедино. Это лучше. Я беру эту. Говорят, мам, ты так давно не брала мешки на лапки. Возьму 9,99. Наши любимые лапки. Уже по 8,49. Наша колбаска школьная. Я ее называю. Дополнительного молочного у нас появились йогурты 5,99, сметанка 4,50, есть йогурты $10. Стала брать йогурт, это для детей в школу, потому что, ну, сейчас пока что пусть едят, короче, пусть едят. Поменяли немножко политику мы. Возьмем chicken strip 1,5 килограмма, $14. Мне сейчас нужно полуфабрикаты, мне еще немножко тяжело стоять, выготавливать нужно. Какие-то тоже такие иногда варианты. Так, еще я взяла говяжий фарш на $20. Яйца $6, 30 штук. Вот это взяла себе на день рождения у меня. Ой, 2 ноября нужно хотя бы какой-то такой неплохой ужин сделать. Да я запеку просто с картошкой в духовке. Вот этот кусок, это очень хорошая такая вырезка. Не вырезка, с плечо, свиное плечо. А вот это у них курица, которую они продали с гриль. Они переупаковывают, 4 штуки было, и 5,99. Сегодня на ужин я ее просто разберу, очищу от костей и с картошкой, то, что в духовочке сделаю. Остальное вы видели вроде бы. Значит, подведем итоги на этот момент. Я закончила в Костко с ущербом для кошелька на $150. Долларов, which is nice, но я не покупала очень много продуктов, поэтому он едет в метро. Вот. Ну, в общем, $150. Костюмов в Костко уже не было, не оказалось. Я заехала на той же Плазе, есть Майклс. Ой, рука моя мешает. Я заехала в Майклс, но в Майклс уже тоже не оказалось костюмов. Поэтому пока что иду, у меня остается как бы без костюма. Единственное, что у меня идея, как бы я когда заберу со школы, так как я с машиной,
Заеду еще в Walmart, последняя надежда. Может, в Walmart там что-то будет. Ой, я перекусила сосиску из Коска. Потому что была уже очень голодная с утра. Чуть-чуть каши поела, кофе и все. Так я взяла себе сосиску. Поела сейчас хорошо, хорошо стало. В общем, тут, по всей видимости, у меня пробка намечается. Поэтому, ну, у меня до школы еще есть час. Я думала их немножко раньше сегодня забрать. Ну, посмотрим. Последняя надежда – это Walmart. Иначе я не знаю, что будем делать. Будет и домишкой, как в прошлом году. У него есть такая пижама, которая одевается полностью на него. С мишкой таким всегда наверх. Максимум будет мишкой. Вот, так что поедем еще в Walmart, посмотрим этого спайдермена. Как назло, нет. В этом был спайдермен в Party City. Там была кофта такая, наверх ее можно надевать. $25 только одна кофта такая. И шапка была, можно было отдельно купить. Но ее можно носить как бы и так в холодную погоду. Шапка спайдермена такая просто сверху. Шапка тоже сколько-то стоила. Около $20. Поэтому я, короче, не решилась купить, потому что сказала, у меня есть еще Костка. У меня есть Майклс. Ни в Костке, ни в Майклс уже никакого намека на Хэллоуин. Так что я пока что без костюма. Так что будем искать, смотреть, что у нас где будет. Я сейчас такая довольная. Я вот сейчас еду в пробочке. Тут стою. Небольшая пробка. На самом деле я очень быстро двигаюсь. Я подумала, что я буду детей собирать. У меня время еще есть. У меня по дороге Walmart большой на променаде. Кто знает, кто из Торонто меня смотрит. Это по дороге мне домой. Я сейчас туда заеду. И, возможно, там я хоть что-то найду еще. Отыщу последние, так сказать, капли еще чего-нибудь. Может, я найду. Так что я... возбужденная, как моя мама говорит, от этой мысли. И подогреваемая одновременно этой мыслью. Сейчас поеду в Walmart. Надеюсь, я что-то там найду. Посмотрим с вами вместе. Поехали. Около Walmart. Идем посмотрим костюмы. Может, даже заодно смогу еще себе назначить. Мне нужно сделать проверку глаз, а то у меня меняется зрение. Уже чувствую, что мне нужно для чтения очки. Вот это моя клиника. Сейчас проверю. Может, меня примут. Еще есть какие-то остатки костюмов. Я не уверена, что здесь будет какой-то спайдермен. Ну что, нашла последнюю. Все с маской. Маска тоже здесь. Вот. $15. Может, еще и скидка будет. Ура! Я счастлива. Еще и встречу назначила в оптику. Побежали. Видите, бегу как угорелая. Все, без 23. Нужно бежать в школу. А, купила. В последнем магазине возле дома, да, не нужно было далеко отъезжать. Последний костюм я перерыла все, там всего было там 3 таких вешалки, 1.5 таких с мужскими, для мальчиков, 1.5 для девочек, так что все, слава богу, дети в костюмах. Конечно, не знаю, что Габи скажет мне про Пинки Пай, она мечтала всегда быть Rainbow Dash, но ничего, какой уже был костюм. А волосы тоже купила, еще такой спрей фиолетовый ей сделаю, волосики, в общем, думаю, что они будут довольны. Вот, и Дошка пойдет, я ему не брала никакой ведерко, потому что, ну, во-первых, он большой мальчик, он всегда ходил с сумкой, во-вторых, я думаю, что он пойдет все-таки. У нас есть спайдермен набор постельный, еще мама покупала моя. Вот, так он возьмет наволочку и с наволочкой будет собирать. Это круто уже, как бы считается, ходить с наволочкой. Вот у него наволочка будет как раз в тематике спайдермена. Так что я думаю, что на сегодня, по крайней мере, на этот момент задача выполнена. Посмотрим, что дети скажут про эти костюмы. Начнем примерку, кому что. Так. Габоле ведерко, которое она будет собирать. Where do you put it? I'm sorry. I'm sorry, Milo. Ты рада, Габуся? Ну, а где радость? Ура, надо говорить. Так, а вот костюм для Габули. Вот такая хвостик. И такие эти ушки. Сейчас мы будем мерить, да? Открывай, смотри. Ай, Дошке. Ешь! Finally, the Spider-Man suit I've been waiting for so long. Да, so long, что мама объездила. I'm not too tired. Давай. Ой. Это Габи осторожно, не путай, только лишь хорошо, зайчик. Это хвостик вот такой, его можно на голову, а можно сюда вместо туда прицепить на такой он специальной штучке. Let's see. Your main headband. Иду, подожди, там без сизер все открывается. И вот это, да, на голову мы сейчас померяем. Все, больше там ничего нету, Закульчик. Подожди. Pinkie Pie. Вот. Вот Pinkie Pie. I want the Pinkie Pie short. Шорт нету, зайчик. А, не надо, он так, он раскрытый. Иду, он раскрытый. Капуська, иди в зеркало посмотри, какой хвост красивый.
Oh my goodness, какой красивый хвостик. Это челка, это спереди. Perfect. Конечно, perfect, он большой. Подожди, ну сейчас надо красиво его застегнуть. Маску, главное, сейчас достанем. Нет, он порастегнул. Is it right? Нет, ты его натянуть должен на глаза это. I know. I know. Так что, если ты ноут, ну ты правильно одел, только ее надо повернуть вниз. Ты правильно одел, еще раз тебе говорю. О, oh, окей. Ты правильно одел, тебе нужно было просто... Там мои зайчики. Тебе красиво надо, только мама сейчас поможет, как это все сделать, чтобы оно все было красиво. Там не было зайчик Rainbow Dash, не было. Я знаю. Вот. Только это внутрь должно идти. Ты нацепил как попало. Это должно идти под костюм, маска. Спрятать под костюм. Брать будешь с наволочкой. Вот пилок есть. Я. Вот сидит мой Спайдермен и Пинки Пай. Все, готовимся к Хэллоуину. Габуся, ку-ку. Посмотрите на меня, красивая лошадка. Ой, как да? Собираемся. Все. Кого? Она выключится через 2 минуты. Это не плита, Костя, это... У вас уже вкусного есть. Oh my... Вечером придете. Идо, что ты делаешь? Все, пошли дальше. It's not heavy. Dad, I have a big bucket. A big bucket. Dad. Дай ручку за. Довольна. Счастлива. Так, идемте сюда. Как дела, мой Спайдермен? I am doing great. Все great? Yeah. Покажи, сколько у тебя там. Много уже? Yeah. Ну, не густо, еще можно собирать. Yeah. Наш популярный страшный дом, в который Едоша не хочет идти. Покажи мне, а где? Это все конфеты или есть еще? Нет. А где остальные конфеты? Это, а есть еще другие конфеты? Это все, что осталось? Сколько она съела конфет? Ну, игрушки. Игрушечки всякие. Ну, хорошо, Габуля, оставь что-то на еще на остальные дни, хорошо? Все, идем, будем купаться, это все оставь здесь. Возьми только то, что ты возьмешь в школу. Вот это, а это что такое? Дай мама посмотрит. А, ну да, это такой бабл, это такой что? Это бабл ролл, каменный ролл, это жвачка, Габи. Ее лучше дома, возьми что-то другое, чипсики ты хотела же взять, чипсики. Возьми чипсики и конфетки. Да, это такие чипсики желтенькие, да. А, мы же завтра идем с тобой в трип. Окей. О, даже есть игрушка. Oh, it's just a table of
такой уловчик. Рассортируем. Ну что, это у нас ряд всякие чипсики. Это у нас всякие шоколадные конфетки. Здесь много в дворе, да? Очень много всяких шоколадных хороших конфеток. Это на палочке сосучи. Это три Смартис. Это все такие, которые гамми. И M&M's. Это тоже такие гамми. А вот это в мусорку. Это мы не едим, что от этого вообще зубы летят полностью. И очень много прям сахара. Ну, в общем, короче, какашечки мы их не любим, мы их выбросим. Вот это был наш улов 2018. Yep. Да, Эдоша? Yep. Что можешь сказать о своем костюме? I love my costume. It's really nice. I had a mask. I could swim my webs, of course. And it's really cool. Да. And I didn't wear anything, so everybody could see me. Да, это был, оказывается, редкий костюм. Вообще никого не было, к нему подходили, все говорили, вау. Iron Spider-Man. Like, or Spider-Man. Да, все говорили, вау, почему оно желтое стало. Ну все, это был наш Хэллоуин. Родители уже просто уставшие, желтый цвет, почему-то пожелтела камера. Да, все, ребята, на этом мы будем заканчивать сегодняшний наш влог. Надеюсь, вам понравилось быть с нами. И хорошего вам дня, хорошего настроения. Пока-пока, до следующих видео. Bye!